19 января 1943 года Ульяновская область появилась на карте СССР. Уже тогда регион был не просто родиной Ленина. Здесь делали патроны, которые поставляли на фронт, ведь в стране не работал больше ни один патронный завод. С тех пор Ульяновская область стала высокотехнологичным и промышленным регионом. Здесь делают самолеты, здесь делают машины, здесь присутствуют IT-технологии, и она знает весь мир. Машины, выпускаемые на мощностях Ульяновского автозавода, экспортируются на рынки 50 государств. Только по направлению Америка перечислены такие государства, как Боливия, Куба, Панама, Перу, Эквадор, Доминиканская республика, Гаити, Мексика и Чили. Около 2000 машин каждый год УАЗ продает в Европе. Речь, в частности, идет об Италии, Польше, Сербии, Словакии и Чехии. Перечни стран СНГ – Азербайджан, Армения, Республика Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Туркменистан, Украина и Узбекистан. Российские машины покорили рынки Вьетнама, Камбоджи, Монголии, Индонезии, Малайзии, Таиланда, а также Филиппин. Еще один бренд Ульяновской области – Авиастар СП, крупнейшее в России предприятие по производству самолетов. До 2004 года на заводе выпускались тяжелые транспортные самолеты Ан-124 «Руслан». Сейчас предприятие создает гражданские самолеты и выполняет оборонные заказы. Авиастар выпускает единственный в мире грузовой транспортник Ил-76 МД-90А. В этом году уже переданы в эксплуатацию два самолета Ил-76 МД-90А. И они активно уже участвуют в боевой работе 235-го полка ВТА. Сегодня утром подписан формуляр и завершено фактически изготовление третьего самолета. Значит, и сейчас выполняется приемка его уже полком военно-транспортной авиации. И до конца года мы планируем сдачу минимум 2 самолета. Участвует в кооперации по производству нового среднемагистрального пассажирского самолета МС-21 и легкого транспортного самолета Ил-112. Производственные мощности «Авиастара» позволяют выпускать до полусотни самолетов в год. Следующий мировой бренд от нашего региона – минеральная вода «Волжанка». Воду достаточно трудно поставлять в другие страны, потому что это достаточно объемный продукт. Тем не менее, санатории Израиля, Германии и некоторых других стран пользуются нашей водой для профилактического лечения своих пациентов. Ульяновская и Ундоровская «Волжанка» гордится Ульяновской области и может. Это по праву на самом деле так, потому что предприятие ведет свою деятельность с 1967 года. Нам уже более 50 лет, и за это время предприятие «Волжанка» с маленького предприятия достигло очень огромных высот. Сегодня является очень знаменитым не только в Ульяновской области, в Павловском федеральном округе, но и по всей России. И это на самом деле так. По последним данным исследования, которые вот пришли нам в 2019 году, мы входим в топ-10 производителей бутилированных вод по всей России. Еще одна составляющая успеха нашего региона на мировом рынке – кондитерская фабрика «Волжанка». Несмотря на всемирную известность, предприятие постоянно совершенствуется. В 80-е продукция отгружалась почти в 50 регионов Союза, в том числе в Сибирь, Дальний Восток и Среднеазиатские республики. Сейчас в ассортименте присутствует более 350 наименований продукции всех категорий, от доступной абсолютно каждому карамели до эксклюзивных шоколадных конфет. Пятая часть всей продукции завода уходит на экспорт в другие регионы и страны. Перспективные направления экспорта – Китай, страны СНГ и Европа. Эта линия будет первой из 5 линий, которые мы планируем открыть в этом году. То есть мы начинаем следующий этап модернизации производства и планируем, что до конца этого года здесь будет установлено 5 высокотехнологичных современных линий, которые позволят повысить уровень производства «Волжанки» и дальше укрупнять ее как крупную федеральную фабрику, которая на сегодняшний момент уже является. 3, 2, 1, поехали! Важной составляющей экономики региона стали высокие технологии. Сегодня можно говорить, что IT-сфера стала развитой индустрией. Вклад IT в налоговую базу огромен. Индустрия занимает второе место после компаний, реализующих газ и нефтепродукты. В Ульяновской области IT-индустрия очень широко развита. В нашей области более 300 IT-компаний. Несколько компаний уже имеют мировые имена. Известные как бы не только в России, но и за рубежом.
станки с программным управлением, диагностические системы для промышленности, различное программное обеспечение производится по достаточно недорогой цене, но славится качеством, поэтому в списке клиентов ульяновских программистов США, почти все страны Европы и страны Азии с развитой промышленностью, такие как Таиланд и Китай. Ульяновцы любят свой регион, любят просто как родину и гордятся ее достижениями. Ведь достижение региона – это достижение каждого жителя Ульяновской области, и региону есть чем гордиться. Людьми, педагогами, теми людьми, которые защищали нашу родину, которые еще живы, дай бог им здоровья. УАЗики выпускают, тоже гордимся, машин наших сколько везде, много. Да всем можно гордиться в Ульяновске, разве мало предприятий, что у нас выпускают, полно. Ульяновская область вообще очень хорошо сейчас экономически развивается, построено несколько заводов, привлекает иностранные инвестиции. Так что я думаю, в будущем в Ульяновской области большое экономическое будущее, и будут производиться товары, много рабочих мест, будет все здорово.